Дорогие друзья, это я, Roblox Servlot, и я выживаю в Майнкрафте на сервере Хабитон. Да, и я здесь был бывшим криминалом. Я однажды ограбила на место, но меня повязали, и вот я выбралась. Так что это выживание бомжа в России. Майнкрафт. Мы начинаем новую тему, но я теперь подрабатываю на поисках бутылок, дорогие друзья. И мне за это дают деньги. Также я могу рубить травку, и мне за это будут тоже давать деньги. Так что я остановился на кучу работы. О нет, только не ночь. Хоть стоп, здесь же монстры не водятся. Чего я страдаю? О, бесконечный кустик бабла. А, или этот кустик нельзя срубить, ладно. Так, я очень люблю кустики. Так. Эх, а когда-то я был богатым, когда-то у меня был золотые слитки, когда-то у меня были, но теперь я стал бомжарой. Так что, эх, это плохо. Я в курсе, надо же быстрее продать все, что я собрал. Да, когда-то я ограбил. Не полицию. О, это бутылочка. Теперь я подрабатываю на поисках бутылки. Никогда ничто не ограбляйте, дорогие друзья. Так, меня оставили без дома. Я стал бомжом. Забрали все мои ресурсы. И мой дом. Значит, теперь я должен уже развиваться дальше. Вот это место. Здесь есть чуть-чуть водки. Когда-то у меня было все, о чем можно было мечтать, а сейчас ничего. Я был бандитом, и бомжик пошел. Стал бомжиком. О, привет. Женщина, здравствуйте. О, вы такая красивая. Что? А давайте выпьем. О, девочка, женщина. Эх, она уходит. Может, какую-нибудь другую телочку подцеплю. Эй, здравствуй, красотка. Красотка. Хочешь секс? Ладно. Не хочешь? Как хочешь? Ладно. Куда же я пойду? Он... Надо собирать бутылки. А я забыл, куда их надо сдавать. Мне очень в жизни не повезло, ребята. Вот здесь!
Дай тут вот. О, спасибо, тёлочка, что ты меня сюда привела. Спасибо тебе, тёлочка. Ну ладно. О, бутылка. Я чуть газон порубила, здесь ничего нет. Ладно, Алекс, я тебе продам некоторые вещи. О, Алекс, так. Сначала продам эти бутылочки. Эти. О, целых 5000 дали. Мне уже хватает денег, чтобы что-то выкупить. Нет, солнечное не хочу выкупать. Это место, которое я ограбил, кстати. Так, что же выкупить? Мэрия? Вау. Эх. Хотел бы стать мэром. Больница стоит 7,5. О, может, я этих копов к фигам выкуплю? Они же меня поймали. Или Яндекс.Еду. Ладно, выкуплю Яндекс.Еду. Яндекс.Еда, Яндекс, как купить? Как купить здание Яндекс.Пищи? А как выкупить? Эй, как выкупить Яндекс.Еду? Как ее выкупить? О, это здание сколько стоит? О, а вот полиция вроде. То, что я хотел выкупить. Или это не полиция, я не знаю. Ну и чё, что я криминал бывший? Ничего, нельзя полицию выкупить. Хотя бы копов. Алхаши? Нет, я их покупать не хочу. Может, Ярославу выкупить? Петрович.
Да как мне что-то выиграть?